Всем приветики. Попала ко мне в руки такая машина. Называется она Олеся 300. Это кухонная машина, как бы миксер такой. Для перемешивания чего-нибудь. Можно либо его сюда насадку поставить и кофе перемалывать, либо сюда две такие штучки, и они будут взбивать. Ну так, либо такая сверху штука ставится, либо сбоку две такие железяки крутятся. Суть в том, что он не работает. Вот он сейчас подключен в розетку. Нажимаешь, а оно не работает. Эта кнопка нужна для выталкивания отсюда вот этих штук железных, которые сюда ставятся. Ну и мама, она как бы хотела им воспользоваться, да, говорит, надо его куда-то типа на запчасти кому-то отдать. Или, может быть, посмотри, что с ним не так. Ну я уже, короче, там были два болтика, раскрутил, там пломба стояла вон она. Была пломба, я выковырял. Оно, кстати, довольно-таки старое. Я думал, может быть, еще советское. Оно выглядит реально так, как советское. Еще и инструкция такая старая. А оно с 2004 года. То есть ему уже получается... Сколько? 16? 17 лет. Если сейчас 21, с 4, то 17 лет. И вот такая вот штука. Я разобрал... Поверил, напряжение здесь и на нижнем проводе 220. Потом здесь и на верхнем 18. Включаю, оно не работает. Смотрю, кнопку давай здесь пробовать. Думал, может, с кнопкой замыкать. Здесь контактики два замкнул. Здесь потом просто провода замкнул. Получается, вот так вот оно разомкнуто. Кнопка уходит, оно в дырочку падает и замыкается. И включается. И чем дальше... тем сильнее работает. Это получает сопротивление. Чем дальше, тем оно меньше, тем быстрее работает. Потом думаю, что не так? Вроде тут все может... Короче, провода здесь посмотрел. Здесь замыкание посмотрел. Здесь кнопку проверил. Смотрю, вроде провода целые. Все вроде целое. Здесь просто как бы обмотка. Здесь все как бы все нормально. Ничего не погорело нигде. Провода везде присоединены, думаю. Ну, остается только что-то там со схемой. Но со схемой я уже не буду колупаться, думаю. Пускай отдает в ремонт, типа. А потом думаю, дай-ка соберу. И попробую вот эту штуку, может, покрутить или что. Собрал. Собрал ее. Закрыл. Ну, зажал, короче. А потом вот эту штуку закрыл. И она, в общем, заработала. Оказывается, все было просто. Она типа специально должна быть закрыта. Чтобы если включится, если ты сюда руку засунешь, чтобы тебя там пальцы не поотдавило. То есть такая специальная защита. Потому что, оказывается, здесь стоит концевик. Вон она кнопочка. Если убрать эту штуку. Вот эта вот кнопочка. И получается, когда крышечка открыта, эта кнопочка отжата. А когда она закрыта, вот эти штучки в конце... И ее нажимают. И когда она нажата, то есть так она отжата, а когда крышечка закрывается, она вжимается туда. Так вот она отжата. Хотя она даже вот так вот отжата. Нажимаешь, она больше втыкается туда. И только тогда она работает. То есть это называется концевик. Если концевик отжат, оно не работает, концевик нажат, все, работает. Защита такая, чтобы люди сами себе по руки не попортили. И получается, вот реально включаешь, не работает. А теперь вот включим и нажмем концевик. Нажимаем.
так прикольно выглядит. Механизм такой. Кстати, оно сейчас само заело. Я нажал, отпустил, оно все равно крутилось. Штука, оказывается, все легко и просто. Просто нужно понимать, что и как работает. Ну или хотя бы инструкцию почитать. Там, кстати, есть инструкции, что если он не запускается, то, возможно, открыта крышка. Вот это вот. И все. Оказывается, все просто было. Она уже хотела, конечно, на запчасти за копейки отдать. О, кто-то радовался бы. Что ему за копейки рабочий миксер подогнали. Ну вот, не работает. Нажимаем, закрываем. Вот так все оказывается легко и просто. Ну, на этом все. Такой вот ремонтик, как бы, ну, как бы не ремонтик, а такая вот, оказывается, штучка, оказывается. Такой вот здесь механизм, что без него не работает. Ну, а на этом все. Всем покедова.